Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото? Зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Ого, лягушка, а куда это ты собралась? Никак на рыбалку. У тебя, я смотрю, и удочка есть. А река-то еще не замерзла? Ничего не замерзла, глобус. А если будет ква-ква холодно? У меня штаны с начесом и шапка теплая. И вот, смотри, наживка. Буду ловить этого ква-ква карпа. И с каких это пор ты рыбачкой стала? Да я всегда рыбачу понемножку. Сам знаешь, реки, болота, озера — это, в общем, моя стихия. Стихия, говоришь? Интересно, интересно. Ну да, ты ведь в путешествие меня не отправляешь. Хоть на рыбалку схожу. Ладно, ладно. Раз ты собралась на рыбалку, даю задание. Найти рыбное место, в котором рыбы-то и нет. Как так, глобус? Кручу, верчу. На каникулы лечу. О, не знаю, где это я, но речка какая-то тут есть. Лягушка, ну что значит какая-то? Не какая-то и не речка, а великая река Дунай. Ты ее видела, когда в Сербии, в Белграде была? Точно, Дунай. А рыба тут водится? Ну, конечно. Значит, мне не подходит. А ты вообще знаешь, где находишься? Нет. Ой, какое здание красивое. С башенками и ква-ква куполом. Это, лягушка, здание парламента. Одна из главных достопримечательностей столицы Венгрии – Будапешта. Ну, то есть место, где депутаты сидят и законы принимают. Так значит, я в Венгрии. Если тут тоже Дунай течет, значит, Венгрия от Сербии недалеко. Конечно, Венгрия граничит с Сербией. А еще, например, с Австрией. Раньше эти страны были одним государством — могучей Австро-Венгрией. Кстати, газ в Венгрии российский. Его компания «Газпром» поставляет. А что в Будапеште интересного? Советую посетить минеральные источники и купальни. Ква-ква, купальни? Хочу! Хочу в купальню! Ой, какой большой бассейн! А не холодно там? Это, лягушка, историческая купальня Сеченьи. Самый большой банный комплекс Европы, между прочим. Представляешь, он даже зимой работает. А вода в бассейне круглый год теплая. И к тому же лечебная. Квак же странно. Голове холодно, а лапам, ква-ква, которые в воде, тепло. Ой, нырну, пожалуй. Лягушка, ты как там, жива? Ну, конечно же, жива. И очень, очень голодна. Перекусить бы. Вернусь-ка я к Дунаю. Посижу на бережку, послушаю плеск воды, буду думать о задании глобуса и есть. А, кстати, что же я буду есть? Ну, например, венгерский суп-гуляш. Так ты еще больше согреешься. Зайду в этот ресторанчик. Как вкусно пахнет. Мне, пожалуйста, гуляш, то есть суп.
Суп-гуляш. Венгерский суп-гуляш делают из кусочков говядины, картофеля, томатной пасты и разных овощей. Вот это суп! Ой, какой же он густой и сытный, только немного острый. Ой, а к нему еще и паприку принесли, чтобы еще острее было. Ну все, теперь я целую неделю есть не буду. Пойду искать рыбное место без рыб. Понятно, что это не Дунай, но где же искать? Вообще лягушка Будапешт разделен Дунаем на две части. Они называются Буда и Пешт. Раньше это вообще разные города были. Вот ты сейчас в Пеште. Сходила бы в Буду на другую сторону. Через мост? Конечно. Можно прогуляться, конечно. Ой, фух, устала. Как-то в этой Буде одни холмы. А это что такое? Квакие башни. Белые и площадь. Это лягушка рыбацкий бастион. Раньше тут торговали рыбой, а сейчас это туристическая достопримечательность. Ой, так вот же оно! Рыбное место, где нет рыбы. Ура! Ура! Нашла! Нашла! О, лягушка вернулась! Значит, нашла рыбацкий бастион. Да. А еще гуляш пробовала. В купальнях сеченье было. И по берегу Дуная прогуливалась. Рядом с парламентом. А вот. Ну что, теперь на рыбалку? Да нет, буду к новым ква-ква кваникулам готовиться. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото, зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.